Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mazda 6, 2007 года выпуска. Двигатель здесь 1.8 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим верхнюю шаровую на верхнем рычаге с правой стороны. На левом мы уже меняли, но мы меняли там вместе, а здесь сейчас с правой. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем рычаг. Снимаем шплинт. Ключ здесь на 17. И также пару хлестких ударов вот в этот пятачок. Отошла. Так, ну, сняли мы шаровую опору. Вот она вот так вот себя ведет. А рычаг у нас смотрит на край крыла. Затянем также. Откручиваем вот эти два болта с двух сторон. Болты головка на 14. Здесь что хорошо. Здесь у нас пружина стоит не так, как с левой стороны. С левой стороны надо было откручивать стойку, чтобы вытащить болты. Здесь болты выходят нормально. Один болт вышел, а второй у нас все равно в пружину упирается. Как ни крути, а стойку придется тоже отпускать. Отпустил он автомобиль. Снимаем вот эти две пластиковые гайки. Снимаем крышку. И откручиваем вот этих три гайки на 14.
Теперь поднимаем автомобиль. Так, ну что, чуть-чуть приопускаем стойку и выдергиваем болт. Эта шаровая умерла, потому что порвался пыльник. А порвался он интересно. Он оторвался вот так вот по кругу. Вода, грязь попала и уже уничтожила. Снимаем пыльник. Здесь вот поддеваем стопор. И выбиваем шаровую. А шаровая здесь уже менялась. Здесь уже стоит. Не пойму, какая шаровая. Но она со стопором стоит. Оригинальная здесь идет без стопора. А у этой вот он стопор. Шаровую опору мы будем использовать фирмы Три Пятерки SB1631. Три Пятерки идет также со стопором. Возможно, что та и была Три Пятерки. Подложил я старый подшипник. Здесь вот есть метки на рычаге с обоих сторон. Вот точка и вот точка. Также на шаровой опоре есть метка. Вот она точка. Эту точку ставить либо на эту сторону. В принципе, без разницы, куда точка пойдет. Вот так, чтобы она вставала. Для чего? Для того, чтобы шаровая работала правильно. Здесь вот вырезы для пальца. Ставим шаровую. Головка на 32. И задавливаем. Все запрессовали, точка по точке. Добавляем смазки, одеваем стопор и одеваем пыльник. Стопор я одел, вот оно черное колечко. Добавляем литольчика. И одеваем пыльник. Одеваем стопор. С этой стороны интересно стало. Взял, все-таки я этот родной стопор одел. Не стал хомут здесь одевать. Заводим рычаг. Thank you.
Теперь берем, подтягиваем. Делаем рычаг на край крыла. Опускаем автомобиль и прикручиваем стойку сверху. Прикрутили всю крышечку, теперь поднимаем и прикручиваем шаровую опору. Вставляем шаровую опору. Так, резьбу не помазал. Подгоняем отверстие и вставляем шплинт. О, и один кончик сзади мы опускаем вниз. Заворачиваем его. Все. Шаровую опору мы заменили. Теперь мы устанавливаем колесо. И на этом все. Всего вам доброго.